سنن الفطرة. Вещи, которые в естества. الرجل يجب عليه أن يختتن، يعني يقطع القطعة من الجلد الزائدة التي تكون حول القبل للرجل فقط وجوبا. الختان يسمى. То есть, во-первых, мусульманин должен делать обрезание, то есть это срезание лишней кожицы на его половом органе. نعم. ولابد من حلق العانة، حلق الشعر الذي ينبت حول القبر من الذكر أو من الأنثى. Также нужно, сбривать лобковые волосы, которые растут возле полового органа. تقليم الأظافر. Также подстригание ногтей. حف الشارب حتى لا ينزل على الشفتين. Укорачивание усов, чтобы они не спускались на губы. هذه الثلاثة لا يمكن أن تترك أكثر من 40 يوما. حلق العانة ونتف الإبط وحف الشارب. И эти три вещи, وتقليم الأظافر، أربع أشياء. И эти три вещи не должны оставляться больше, чем на 40 дней. То есть это لا يمكن تترك أكثر من 40 يوما. Да, больше 40 дней, то есть бритье лобковых волос, подстригание усов, подстригание ногтей. حلق العانة، الشعر حول القبل. Да, то есть волосы, которые, то есть сбривание волос возле вокруг полового органа. نتف الإبط. Выщипывание подмышек. حف الشارب. Укорачивание усов. تقليم الأظافر. И подстригание ногтей. يستحب استعمال السواك. Желательным является использование сивака. في كل وقت. Каждое время. عند الصلاة. Во время молитвы. عند الوضوء. Во время омовения. عند قراءة القرآن. Во время чтения Корана. عند دخول المسجد. Во время входа в مسجد. عند دخول المنزل. Во время входа в дом. عند قيام الليل. Во время вистания на шестерых. عند تغير رائحة الفم. Или же если плохой запах. في كل وقت. Постоянно. استعمال السنة. Его использование является сунной. إذا لم يجد هذا العود. Если же не находит этот. يستعمل فرشة الأسنان. Использует зубную щетку. أو يمكن يستعمل خرقة. خرقة هذا. يعني قطعة قماش. Или же ткань какую-нибудь. يلف قطعة قماش حول إصبع قطعة ليس هذه. يلف قطعة وينظف بها. نعم. Или же чистит. فرشة أسنان الآن موجودة والحمد لله. Да, сейчас у нас есть зубная щетка, поэтому الحمد لله. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. لا ننسى مراجعة الكتاب. الله знает лучше, и завершим сегодня на этом наш урок. И обязательно нужно повторять этот урок. وإجراء الاختبار. И также прохождение экзаменов. نعم. الآن الأخ وريكم الكتاب وترسل لهم الرابط. رابط الكتاب حتى يعني نزلوه ويراجع هذه المعلومات يختبروا إن شاء الله. يوجد اختبارات على الكتاب. Будет прислана ссылка на эту книгу, которую можно распечатать. В ней есть экзамены и также ссылка на экзамен, который можно отослать и узнать свои результаты. نعم. Сейчас брат покажет эту книгу. الكتاب موجود على الموقع موجود. Братья, вот эта книга «Разъяснение послания. Важные уроки для всей мусульманской общины» шейха Ибн База, и перевел его, подготовил шейх Хайсам Сархан. Вот эту книгу вы можете получить, напишите нам в Инстаграм, вот этот Инстаграм, Islamic University Medina, и там мы вам вышлем в электронном виде, иншаллах, и каждый, кто захочет читать эту книгу и сделать по ней экзамены, мы, иншаллах, вам вышлем все в электронном виде. Джазакум Аллаху Хайран. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.